Салют, друзья, меня зовут Максим Юн, и вы на канале, где мы говорим про ЕСБ. Уже закончились новогодние каникулы, было много развлекательного контента, настало время немножко сосредоточиться, сегодня будет тема серьезная. И сегодня со мной в студии Сергей Баганенко. Сергей, расскажи, кто ты и что мы сегодня хотим обсудить. Добрый день, меня зовут Сергей Баганенко, я являюсь маршалом HMBIA. Я являюсь главой судейства и аутентичности из России. Стаж судейства у меня уже 16 лет. Сегодня мы будем говорить о тех правилах, о, о, о новых правилах. В общем, если завтра произойдет какой-то турнир по ЕСБ, то он будет идти по тем правилам, которые мы сегодня планируем обсудить. Да, конечно. На предыдущей ассамблее ЧМБА были приняты новые правила ЧМБА. ЕСБ России, как часть ЧМБА, разумеется, сразу же их перевела и выложила в сеть перевода правил. И с 1 января нынешнего года во всем мире правила ЧМБ уже изменились, они являются новыми. И все Турниры, которые будут хоть завтра, они уже будут происходить по новым правилам. Да, поэтому, ребят, мы решили, что этот ролик важно записать, потому что, ну давайте честно, наверняка вы пропустили тот момент, когда были выложены новые правила как на международных ресурсах, так и на российских ресурсах. Поэтому мы решили, что попробуем сегодня донести вам еще и через мой блог. И э, давайте так сразу: мы оставим э, в описании ссылки на правила, мы оставим также контакт. Э, Сергея, потому как с Марта, да, с Марта будут читаться лекции по правилам, и они свободны uh, живут. Да, 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 хотелось бы рассказать, что если вы хотите стать судьей либо подробнее разбираться в правилах и основополагающих документах ИСБ России, которых достаточно много, знать именно как происходит именно работа ИСБ России, потому что она проводится по документам по уставам, по положениям. С марта, с весны этого года я буду читать лекции о действии, аутентичности о, и о основах СБ как вида спорта. Потому что до этого для обучения судейству студенты, как говорится, стажеры должны были это обучать самостоятельно. Сейчас есть вывод, что люди не понимают определенных моментов. И именно надо уже как взрослым людям уже действительно проходить курсы. Это повысит, повысит вашу квалификацию как тренера, вы будете учить именно своих спортсменов правильно разбираться в правилах, знать нюансы, как вы можете в дальнейшем получить судью третьей категории, низшей категории судейства, но вы можете уже означать, что являться судьей на внутриклубных соревнованиях, внутришкольных соревнованиях, на региональных соревнованиях. Простите, ребята. И все желающие, кто хочет стать судьей, получить третью категорию судейства тренера. Менеджеры команд э, прочие могут прийти на данные лекции. Э, прослушать их. Это будет 4 лекции по 2 часа. Это онлайн лекции? Онлайн лекции. В, на платформе Zoom они будут проводиться. Э, чтобы вы могли разбираться в основополагающих документах, опять же, СБ, о положениях, турнирах, устройстве СБ, устройстве аутентичных комитетов, маршрутских комитетов введение протокола, что такое турнирный комитет, в нюансах всех правил. И вы можете после прохождения этих курсов и прохождения практики становитесь уже судьей третьей категории. Вы сможете спокойно проводить внутриклубные турниры, в региональные турниры и там, внутришкольные турниры. Это будет полезно всем, потому что сейчас мы у нас не образуется большой вакуум в движении, потому что тренера и спортсмены и не знают, как подготавливать именно своих бойцов. Ну, добавлю, что что я сам планирую на эти курсы, на эти лекции прийти, их прослушать, потому что и как бойцу важно понимать, как тебя будут оценивать, да и как блогеру. Иногда я делаю всякие комментарии, исходя из своего опыта и своего, э, своей личной трактовки правил. И это не всегда верно. Хорошо, тогда твои контакты мы тоже оставим в описании. А сегодня давай пройдемся по тем новым правилам, по важным пунктам. Мы уже предварительно провели какую-то работу и выделили эти пункты. Давай я начну, ты будешь комментировать. Еще раз, ребят, все правила важно прочитать. Сейчас мы отмечаем только то, что действительно новое и вас может удивить. И давай начнем с касания ристалища щитом, ну либо вооруженной рукой. Да, сейчас введено новое правило, которое на самом деле кто-то считает очень сложным. На самом деле все очень просто. Правило касания щитом. После проведения броска вы можете спокойно касаться щитом поверхности ресталища. Только либо одним щитом, либо одной вооруженной рукой, либо одной свободной рукой, если у вас свой и оружие в другой руке. Только одной рукой. Это для чего сделано, чтобы... Бойцы более активно проводили броски, потому что очень часто при проведении бросков э, оппонент утягивает э, бросающего. бросающего с собой. Именно, именно Либо такой лежит, и вот щит на руке, он сбивает и человек касается щитом земли, либо просто хватается за щит, чтобы утянуть, это, либо оружие оказывается за спиной противника и э, в захвате человек касается кулаком, потому что оружие лежит под бросающим. Оно зажато да, и физически коснулось. Сейчас, после проведения броска, вы можете, вы являетесь еще бойцом, вы можете продолжать бой, и вы остаетесь в бою. Многие скажут, как это отслеживать, как это сложно. Тут есть один очень простой момент, это называется экстремум броска, либо зенит броска. Это точка самого высшего броска, до которой вы делаете подготовительные действия броска, подготовительные части вы ставите, приносите вес тела, делаете какие-то движения ногами, переносите вес тела противника, экстремум броска и сам ну и сам бросок э -э, к примеру что когда вы считаетесь э -э, выведенным из боя то есть вы берете хватаете своего э -э, оппонента начинаете его крутить опираетесь щитом проводите бросок вы считаетесь выведенным да, по из факту боя вы коснулись рестарчера раньше чем да. противник начал падать да и второй момент это когда вы уже начинаете вот вы берете Крутитесь, кидаете броска, кидаете очень сильно, вы размером с дом, боец летит через полуристалище, но он уже летит, он уже все, упадет. И вы после этого вот слишком сильно закрутились, оперлись щитом, до того как момента, как противник там, за 20 сантиметра до его физического падения экстремум броска пройден, вы не считаете свою единоборство. То же самое, если вы... К примеру, есть такая вещь, как инерция броска. Все знают, когда они крутятся. Они могут сделать еще шаг после резкого броска. И если вот вы бросаете своего оппонента, после этого вы делаете шаг и опираетесь. Это все понятно, что это одно движение, одного одно, броска. Одно инерционное движение. Вы не считаетесь выведенным из боя, но при этом, если вы провели бросок, встали, затем через секунду споткнулись просто так, потому что у вас нога там, э, за что-то зацепилась и опирались щитом, вы считаетесь выведенным. То есть, если резюмировать, то э, если вы используете касание земли для того, чтобы сохранить равновесие сразу после проведения броска, то все в порядке, вас из боя не выведут. Так. Это сделано было для того, чтобы э, бои стали более зрелищными и бойцы э, прекратили бояться проводить броски. Потому что было заметно, что бойцы действительно прекращают э, проводить броски, потому что им страшно, что их утянут. Сейчас уже э, с, с такой опорой проводите броски, вы можете опереться. Ну, я, кстати, этого. от себя могу добавить, что это как раз был мой случай, я как раз был тем человеком, который обычно утягивал за собой человека. Видимо, теперь надо будет учиться каким-то другим вещам. Ну, утягивайте человека, но более правильно. То есть разбивайте там две руки, э, там, подбив... когда вы падаете, делайте подсечку в момент. Вы понимаете, что вас уже бросают, но делайте подсечку в этот момент. Помним, что нельзя бить в колено, разумеется, ногой, но там э, подсечки или какие-нибудь другие технические действия вы можете проводить, чтобы утянуть с собой противника. Либо делайте раскрут более сильный, чтобы он тоже грохнулся, а не просто Ну, придется изучать какие-то новые, новые вещи. Хорошо, с касанием Ресталища э, во время броска понятно. Э, дальше в правилах появился момент, э, поясняющий, что. Э, вас могут вывести из боя за потерю снаряжения за исключением некоторых элементов. Да, сейчас быстренько мы прописали логические элементы, за которые вы не будете считаться выведенным из боя. Это в основном дополнительная защита. Дополнительная защита у нас относится защита пятой точки это юбки, если у вас юбка отвалилась, вы можете продолжать бой, потому что вы можете э, входить в бой даже без юбки. То же самое, что если у вас отвалилась задняя створка голени, вы можете э, продолжать бой без задней створки голени, потому что можете даже выйти в бой без этого как дополнительного снаряжения. Э, единственное исключение, наверное, касается бросар. Если у вас отвалился бросар За, в защита момент бицепса. Да, защита бицепса, в момент боя, то у вас тоже не посадят, потому что это, как говорится, не основополагающая как бы защита. Если вы потеряли бросар, вас ну сильно не покалечат и сильно не убьют. Но раньше за это выводили за, раньше по... за, за потерю это... бросара. Да. Угу. То есть важно. Вас не выведут, если вы потеряете заднюю крышку по ножа, потому что можно выходить да. без нее. Вас не выведут, если вы потеряете юбку, потому что можно выходить из нее и вас также не выведут за потерю бросара, хотя раньше выводили. И дополнительного снаряжения, как дополнительные ранделя, которые часто вешают на щели, там на кто-то на перчатке когда-то вешал, там всего дополнительного снаряжения. Хорошо, это понятно. В новых правилах очень четко прописан порядок передачи оружия ассистентам. Можешь его раскрыть? А, да, хотелось бы сказать, что в новых правилах прописано также, что если вы неправильно приняли оружие у ассистента или вне той зоны, вы считаетесь выведенным из боя. То есть, и если вы потеряли оружие и не добежали до респаума, как называется, зона выдачи оружия, то к вам подбежит полевой судья и вас посадят, потому что вы приняли оружие не в той зоне. Но есть два нюанса, как теперь получать оружие. Если э, бои происходят на ресталище без так называемой полки, э, то вы должны добежать до респаума и высунуть руку за респаум. И там вам могут выдать. То, то есть рука должна покинуть ресталище? Покинуть ресталище. Потому что теперь э, ваши ассистенты не могут лезть в ресталище, вмешаться в ход боя, так как их рука и э, оружие находятся в, в бою. Они именно вы должны вытянуть руку за ресталище в определенном месте, где вы можете получить свое оружие. Если ресталище с, с полкой, то оружие просто кладется на полку. Не на выбор. То есть оружие именно должно быть положено на полку, боец должен прибежать и с полки взять это оружие. Да. Хорошо. Я так понимаю, что это сделано из, из соображений безопасности, чтобы... Ассистент, который может быть без шлема, не вооружен, не залез просто в, за границу ресталища и не повредился? Да. Это связано с тем что, э, и с безопасностью самого э, ассистента, потому что зачастую это оружие пытаются сбивать и пару раз прилетало по секундантам. И э, из э, чувства логики, потому что тогда э, в, в бою еще участвуют не только пять э, бойцов с одной команды, 5 бойцов с другой команды, а еще шестой боец, который в Лезает в само ресталище и в самом ресталище происходит какое-то действие. Угу, угу. Плюс теоретически он может, когда он, если он влез в ресталище, он может оружием перекрыть своего товарища и защитить его. Да, логично, мне это понятно. Коли мы заговорили про потерю оружия, в данных правилах расписан детально пункт, что может делать боец при потере оружия. Да. А именно он может взять запасное, которое находится при нем. Он да, может на поясе висит. Спокойно. Пояс. Он может э, убежать на точку выдачи оружия, взять его у ассистента. Он может взять его у своего соперника. А, нет, у своего соперника он не, не может его взять. А, он может взять у запасное оружие у бойца своей команды. Mm. То есть, если у тебя на поясе висит запасное оружие, к тебе может кто-то подбежать и вытащить у тебя из за пояса твое оружие. Если он берет оружие у бойца... Противоположная команда – это активные действия без оружия в руке. Также является исключением для древкового оружия. Древковое оружие можно брать, если оно находится у кромки ресталища с таймя. То есть, если оно вот так вот стоит, оно не является упавшим, оно не лежит на ресталище. Его можно спокойно за древко взять. Либо оно вылетело, оказалось у вас под мышкой, вы можете взять его из подмышки. Но в момент, когда вы потеряли из рук, оно, вы как бы считаетесь уже его бойцом без оружия, но оно у вас подмышки быстро взяли. Угу. Так, и на этом с оружием закончились. Очень э, в новых правилах сильно расписан неактивный клинч. Тоже расскажи, что изменилось а, в понятии да. неактивного клинча. Неактивный клинч это важное изменение. раньше неактивным клинчем это считалось э, клинч между двумя бойцами, которые не проводится активных атакующих действий. И бойцы просто сжимались между собой, периодически друг к другу постукивая кулаком. Раз в 10 секунд. А, раз в 5 секунд, раз в 7 секунд они стукали друг друга по очереди. Это, и таким образом продлевали такой неактивный клинч. А сейчас удары кулаком, щитом, локтем, головой э, не считаются коленом коленом не считаются прерыванием активного клинча не, активного. Есть, не это э, при, не считается прерыванием неактивного клинча то есть и э, в данной ситуации либо бейте оружием усиленно либо проводите прием плюс понятное дело что когда вы там пытаетесь медленно провести куда-то поставить ногу тактически для проведения приема без смещение там масс противника любой судья и любой зритель да любой боец поймет что у вас неактивный клинч поэтому вас будут ваш клинч будут разбивать процедура клинча прописана в правилах то есть будет обязательно флажок но единственное но неактивный клинч теперь может разводить любой судья на ресталище не только полевой а также линейный который стоит за ограждением он может к вам подойти не отвлекая полевых, спокойно посмотреть, что вы не проводите активных действий и развести вас. Если вы будете кричать, что вот, да я хотел, вот, я только ногу за него завел и хотел его бросить, мы можем сразу ответить вам, у вас было 10 секунд, чтобы его бросить. Для проведения приема, Макс, сколько требуется времени? Ну, в некоторых случаях 10 секунд достаточно. Пара секунд. пару секунд хватит для активного проведения броска. Вас флажками, обязательно только флажками разводят, вам дают команду, и вы начинаете проводить атакующее действие. После разведения клинча вы можете продолжать активные действия с вашим оппонентом, в котором вы были в клинче, либо бросить в другую сторону, толкнуть кого-то в спину или спасти своего там, товарища. А у линейных разве есть шесты, жезлы? Да, есть. Можете посмотреть по видео. у линейных всегда есть шестые жезлы, потому что они обязаны в... взаимодействовать с боем только в... раньше, только в случае опасности для бойцов. То есть это опасность жизни и здоровья, они обязаны выставить флажок. А теперь они еще смогут спокойно разводить клинч. В этих правилах еще прописано действия бойца, который находится вне боя на Земле. Да, теперь э, строго будет смотреться о действиях бойцов, которые являются выведенными из боя, которые находятся на ресталище в сидячем, лежачем или положении на одном колене, являются выведенными из боя, сейчас повторюсь. После того, как вас кинули на ресталище, либо вы сами сели, либо вас посадил судья или э, иными действиями. Вы обязаны зафиксировать одно удобное сразу же для вас положение. Вы не имеете права передвигаться по ресталищу, изменять свое положение, становиться раком, кричать ⁇ Толкай на меня ⁇ выставлять подножки, выставлять коленки, ползать по ресталищу, выходить из ресталища. Вы не имеете права. Если вы делаете такие действия, то вы закономерно получаете санкции в виде предупреждения. То есть даже если вот я сел в удобную в удобную мне позу, допустим, обратился взором там в угол, и мне вдруг стало интересно, что происходит сзади, я начинаю разворачиваться, чтобы посмотреть, я так делать не могу. <связь> <связь> да. Если это активно приведет, если это тем более как-то повлияет на исход боя. Uh -huh. то это вообще однозначно нельзя. Но как бы повернуться чуть-чуть, мы еще там прикроем глаза, чуть-чуть развернул корпус. Но, но, я, но тогда... если да. в итоге это повлияет на ситуацию, допустим, раньше, когда я сидел, мои ноги смотрели в ту сторону, да. а потом я повернулся и начал смотреть в другую, и если мои ноги кто-то споткнулся, то значит мой разворот повлиял на бой, да. и я нехороший человек. Единственное исключение в этом случае, что вы можете изменить ваше положение по указаниям главного судьи соревнования или по любому то есть покиньте его, там, завал, давайте ваш завал мы разведемся или для потому что у вас для сохранения здоровья. Ну, к примеру, там начинают метели бардами или или вы потеряли шлем, с вас тощили и вы там все время под щитом. Вы не хотите сидеть, вы можете там. Из вот, соображения безопасности да. можно покинуть эту локацию. Допустим, у меня вот, из заресталич. Была ситуация в Перми. Я спокойно сидел, но когда на меня начало падать ограждение, я все-таки сменил локацию. Это нормально, да? Шо? И пункт э, о том, что любые действия, препятствующие проведению соревнований запрещены, что это могут быть за действие? А, да, теперь у нас появился пункт, это препятствие проведения соревнований. Это, не знаю, митинги, там, вызывание полиции, пререкание судьями, там, поджигание мусорных баков, выпускание собак на mm -hmm. ресталище, заграждение собой ресталище, либо там, развал своих тех же самых доспехов перед выходом на ресталище, все мы что многие там кидают свои доспехи и любые действия, которые препятствуют проведению соревнований, вы можете получить именно санкции в виде желтой карточки. Это важный пункт, который взят из других видов спорта. То есть, если вы там привлекаетесь там, с судьей или с оператором, устроили там какой-нибудь замес в южном стиле э, с криками, и угу. из-за этого следующая команда не может выйти на ресталище. Вам могут применить санкции. Да. да. Сиди, устроили сидящую забастовку на ресталище, не выпускаете других э, бойцов э, в свои бойцы. Да, да сразу ОМОН. Угу. Хорошо. Э, Что-то еще по правилам. Хотелось бы, Хотелось бы сказать, что в правилах также у нас множество изменений, но они мелкие, незначительные, где изменены формулировки, раскрыты темы, которые и так были в правилах, но не были прописаны. Там, к примеру, что теперь перестали, еще можно там передвигаться или прыгать, или операция на ресталище, там, и определенные нюансы, которые не повлияют на саму суть э, правил, а просто их скорректируют, поправят то, что не было написано, которое на самом деле применялось уже много-много лет. Ну, сказать, что в правилах очень много пометок «важно», и почти всегда это действительно важно, и на них нужно обратить внимание. Хорошо, на самом деле у нас же два документа, у нас есть э, правила соревнований есть регламент проведения. Вот да. Давай у нас, тогда перейдем к регламенту. Да, есть а, также регламент проведения соревнований а, для командных боев. Хотелось бы что о нем рассказать, что в нем? В нем достаточно много изменений. Как, какие, Макс? Ну, для, вы... для тебя, как для бойца, вот. Сейчас в первую я, я, я вы... перейду к самому интересному, но э, отмечу, что в регламенте появились утвержденные, рекомендованные размеры. Да, э э это очень важно Ресталище. именно Ресталище. для, для разных номинаций от 3 на 3 до 30 на 30. Но, но в принципе, что все-таки это рекомендованное, не обязательно. Что хотелось бы сказать. Раньше правила у нас развивались от Битвы наций, где на одном ресталище надо проводить сразу же множество номинаций. И ресталище было достаточно большого размера, 10 на 20 метров. Но проводить бои 3 на 3 на ресталище 10 на 20 метров иногда для организаторов не очень эргономично. И маленького ресталища, в принципе, хватает. Теперь в правилах в регламенте прописано, какие для какой номинации нужно использовать какой размер. Но если вы хотите для номинации использовать размер большего листалища, к примеру, если на одном то вы можете связаться с э, офисами либо Бугурт Лиги, либо там ИСБ России и спросить, можно ли нам на нашем мероприятии использовать ресталище такого размера. У нас там бои 5 на 5 будут происходить, можно вот маленькое ресталище, мы говорим, да, можно. Или можно, у нас слишком большое ресталище, мы хотим, у нас там, не знаю, там, Казань-арена какая-нибудь, и мы хотим там гигантское сделать. Скажем, да, можно. Но при этом Сразу же будет учтено, что иногда мероприятия могут не согласоваться, к примеру, если вы хотите проводить бои 5 на 5 на аресталище, там, не знаю, 5 на 7,5, то есть это 2 на 3 секции. Это мало. Да, мы скажем, ну, проводите бои, но это будет уже не рейтинговые бои, не СБ России, не гурт... Нет, это будет как тренировка, потому что это будет как кильки в банке, там, пехотный шкаф, где все будут только толкаться для нормального проведения боев, это ресталище маленькое, либо оно у нас большое. Как можно отметить, в правилах прописаны промежуточные размеры, в которых можно проводить сразу же несколько номинаций. То есть на одном ресталище максимальный размер одного ресталища является минимальным размером другого ресталища для следующей номинации. То есть, чтобы если организаторы хотят провести на одном ресталище номинации 5 на 5 и 12 на 12. Пример? И то, что, наверное, стоило сказать сначала. Мы сейчас говорим про правила ИСБ России, но они практически на 100% соответствуют международным правилам и Да, так как ИСБ России является ну, можно сказать, структурным подразделением международной ассоциации, вступает в вступила в международную ассоциацию, можно даже сказать, что сначала появилась международная организация, потом ФБР России, но суть не меняется. Мы полностью следуем правилам международной ассоциации. Есть, и мы... наши правила на 95% совпадают с международными правилами. 5% это нюансы законодательства нашей страны и нюансы там, переводов и э, документов оборотов и, опять же, нашей страны. То есть в этом ролике каждый раз, когда мы говорим о СБ России, почти всегда мы подразумеваем HMB, HMB в целом. А теперь то, что я как боец считаю важным. Определен в состав команды введены не боевые члены команды. Да, это опять же взято из логики, из других видов спорта, и потому что все требования должны применяться как к боевому составу команды, так и к небоевому ну, составу команды. Отлично. В футболе в состав команды входит и массажист, mm -hmm. и доктор, и тренер. Ну, сейчас, и мы, говорим, сейчас мы говорим о том, что это бойцы, это менеджер, он же может быть тренером, капитаном, и какое-то количество ассистентов в зависимости от номинации. Да. Это ассистенты, которые помогают бойцам, выдают оружие, застегивают одежду, являются именно помощниками, саппортом, там, как называемым, за границей. В, в русском языке это ассистент. А, ну, поясни, пожалуйста. Теперь в, каждом, в каждой команде есть слот, который, когда вы подаете для СБ России список команды, у вас есть небоевой состав команды. В небоевой команд, состав команды вы можете внести тренера и ассистента. Для чего это нужно было сделать? Потому что в небоевую зону, рядом с рестайлищем, как известно, лишние люди не пускаются. Или не пускаются... Чтобы не было кипиша у самого ресталища. Поэтому, если вы являетесь тренером команды, например, Алексей Найдеров, брю, он является, к примеру, тренером там, женской команды по Из... школе школы СБ Санкт-Петербурга. Да. Он тренирует девочек, и при этом он может себя спокойно занести. Извините, я тренер команды этой школы, и нахо... находиться у ресталища в момент проведения боев девушек, хотя он мог до этого. Там, 20 минут назад биться, в, там в полчаса назад биться в составе команды партизан или старые друзья, как команду он выберет. Но после этого он из боевого состава одной команды приходит в небоевой другой состав команды, может находиться рядом с ресталищем, выдавать э, э, руководство своим девуш, девушкам, своим бойцам, и при этом он может... Спокойно находиться у, у ресталища. То есть это что мы просто им... узаконило его нахождение у границы ресталища. Да, это логично. То есть, любой тренер любой команды может находиться у поля в момент проведения боя. То же самое, что ассистент. Теперь понятно, кто в списке есть ассистент, кто у них, кто им помогает, как это. Но, помимо того, что теперь э, к не боевому составу он появился, к нему также наху... будут предъявляться требования: требования организаторов турниров. К примеру, если организаторы требуют, чтобы человек у ресталища, представляющий команды, должен быть либо в коте команды для одних мероприятий, если они высокого уровня, либо в мерче команды, чтобы было понятно, что этот. Человек относится к этой команде. Но в идеале хотя бы не быть в коте другой команды, чтобы не В идеале не хотя бы одетом. Хорошо. Это, хорошо. А, при этом там, не знаю, бойцы, а, такие тренера команд, либо капитаны команд, там, к примеру, там Виталий Грызлов может спокойно записать себя как в тренеры а, медвежат и находиться у ресталища, когда медвежата проводят свои бои. Дмитрий Кунченко может записать себя в а, менеджеры партизанов и находиться... Ну, Партизана 2. В Партизана 2, либо других команд куда он захочет, куда он подаст себя в списках mm -hmm. э, в турнирном комитете, и находиться спокойно у ресталища и выдавать э, свои указания э, бойцам, э, которые находятся. Но, помимо mm -hmm. того, что разрешено, все санкции, которые э, у нас прописаны в наказание в, для бойцов, будут относиться также и для небоевого члена для команды. То есть небоевому члену команды нельзя материться, вступать в привлекание с судьями, подавать там оружие в не том месте. То есть, теперь за, боец, за... участник команды может получить предупреждение, как и находясь в бою, так и находясь вне боя, будучи ассистентом. Да, как будучи является боевым, боевым. боевым членом команды, так и не боевым членом команды. Также хотелось заметить, что по регламенту учета карточек КДК, все карты, карточки являются индивидуальными. И боец может получить желтую карточку на одном мероприятии, как боец, нарушивший правила запрещенным техническим действием например так и как не и вторую желтую карточку он может получить на мероприятии как не боевой член другой команды за нецензурную лексику угу. так что все бойцы которые затем являются не боевыми должны вести себя вежливыми все-таки нас вид спорта и материться у себя в голове ну или по крайней мере тихо хорошо с этим мне понятно также в правилах расписано к количество ассистентов в зависимости от номинаций. И, пожалуй, наиболее важным, по моему мнению, пункт в правилах в, в регламенте, в новом регламенте, это определение команды победителей. Очень детально расписано, как именно определяется команда победителей? Да. Расскажу про ээ, сейчас у нас детально расписано, как по, э, определяется команда победитель после прохождения боя. Э, есть несколько типов. Там, в принципе, детально расписано все остальное, но я расскажу просто. Первая система: как раньше проводится два раунда, по, раунды с, грив... ну, там, определенное количество раундов. Раунд ограничен по времени 5 минут, бой ограничен по времени 10 минут. Э, победители определяют по очкам. Как было до этого? Uh -huh. Второй момент, который касается там уже плей-оффов, где прописано два раунда по пять минут, следующие раунды проходят без ограничения времени. Если боец, не, если команда победитель не определена после, назначена после двух побед. То есть третий раунд у нас уже назначается без ограничения времени, четвертый раунд у нас назначается без ограничения времени, пока не будет победы. И Введен момент э, Пятый раунд будет проводиться по э, правилам боя капитанов. И о нем я расскажу чуть попозже. Третий вариант правил это когда у нас все бои проводят вообще без ограничений времени. Они применяются э, к полуфиналам и финалам. Это когда уже у первого раунда нет ограничения времени, у второго нет ограничения, времени, третьего, нет ограничения времени, четвертого, нет ограничения времени, Пятый бой капитанов. Что такое бой капитанов? Скажем в двух словах. Это пенальти для ЕСБ. Это не монетка, кто победил, а именно пенальти. Когда выходит капитан, либо человек его заменяющий, ну, если кто-то там не может. Ну, ходит, есть, выходит ну, один боец от команды. Есть, и не выходит другой боец. Не обязан выходить капитан, это просто название такое. Да. Как, да, выходит значит. другой боец. Выходит один да. ахиллес, и гектор да, с другой стороны. Да. И они начинают кричать: там Ахиллес, Гектор, выходи! А, происходит бой по правилам. Командных боев за одним исключением, угу. что боец считается выведенным из боя, если он коснулся щитом, либо частью тела, а, э, помимо поверхности ресталища, самого ресталища. То есть, если кто-то кого-то дотолкал до ограждение, да, ограждение. Если кто-то кого-то дотолкал, и кто-то там коснулся частью тела, либо щитом, э, ну, оружием не считается, оружием можете попробовать упереться, Боец считается сразу выведенным из боя и определяется победитель. По факту это не монетка, которая определяет победителя, а именно такого пенальти для боев командных боев ФСБ. Вот теперь оно будет проводиться таким образом. Но я думаю, это будет редкий случай, потому что Максим, сколько ты в... посмотрел боев, сколько ты участвовал в боях, ты, наверное скажешь, когда у нас последний раз был пятый раунд? Да. Можешь вспомнить? Ну так сходу нет, но Тупо. То есть до этого может дойти совершенно не скоро. Но э, там еще важное дополнение, что когда мы говорим про третий и четвертый раунд, в случае, если на ногах осталось два бойца, да. то они также дерутся по, по правилам боя капитанов. Да, Также по правилам, то есть их бой останавливается, если он без ограничения времени один в один бойцы выводятся на э, центр лесталища, и бои дальше проходят по правилам боя капитанов. И один пунктик, который не сказан, а то, что организаторы турнира совместно с высостоящей организацией, такие как региональные организации, такие как СБ России, там, не знаю, ЧМБ Франции или Бугурт Лига, могут определять а, именно сетку ведения и порядок выведения бойцов по, на свое усмотрение. То есть, если у вас там турнир проходит, а, на нем 4 команды, и у вас целый день, и у каждой команды ну, получается, что по три боя, вы можете использовать сразу последнюю систему без ограничения времени. Если у вас есть хоть какое-то ограничение времени, вы можете использовать систему, когда у вас два раунда с ограничением времени, дальше без ограничения времени. Если у вас есть 40 минут и вам надо ложиться в 40 минут в каком-то гигантском конвенте, то вы можете использовать первую систему. Но, опять же, система она всегда согласовывается с выстоящим офисом организации, чтобы не было самодеятельности, чтобы организаторы, там, особенно мелкого уровня, не меняли а, правила проведения, как им вздумается. Угу. Все это прописывается в положении о турнире, о котором я могу рассказать на семинарах. Но это обязан, обязательно должно быть сказано, что у нас такая система полностью, не полностью и так далее. И бойцы должны об этом есть, знать. Ну, должно быть об этом извещены. Ну а что? Как, э, в принципе, что? Пункт первый, как раньше, пачка. Пункт второй, два раунда по времени. Остальное без времени. Пункт третий, бои без ограничения времени. Пенальти для ИСБ. Э, бой ЭСБ, бой капитанов. Потому что правила у нас новые. Хотел сказать, что правила новые. Э, есть много изменений, которые еще не, от, не отработаны. И 1 числа, 1 апреля, никому не веря, в правила могут быть внесены корректировки, небольшие изменения в дальнейшем, потому что у нас также ждет еще летний сезон, битва нации. Потому что к 1 апреля пройдет уже как минимум 4 крупных турнира, где эти правила... В апреле может быть принять какое-то промежуточное решение по этим правилам. Да, либо если что-то забыли внести, либо если как-то какие-то небольшие. Основная суть правил меняться не будет. Это принято. А вот корректировки небольшие, там уточнения, они будут обязательно внесены. Так, мы проговорили про выявление победителя. Я, считаю, что... Я как боец считаю, что это действительно важный момент. И еще один момент, который мы чуть-чуть упустили, я про него вспомнил. Это не из регламента, это из правил. В правилах указано, что боец выводится из боя, если коснулся лежащего на ресталище бойца корпусом или ягодицами, не руками. Я это почему спрашиваю? Потому что долгое время правила трактовались так, что лежащий на поверхности боец считается частью рельефа и касаться его руками тоже нельзя, как и ристалище. В этих правилах написано, что нельзя его касаться только ягодицами и, рука, и корпусом. То есть я могу, в принципе, пробегая. Опереться на лежащего на земле человека, все будет окей. Правильно? Да, сейчас в правилах прописано так, что мы можем спокойно использовать, вы можете, бойцы могут спокойно опираться на лежащего, на рестарившего бойца, именно там щитом, рукой и так далее. Коленом, чем угодно, кроме попы, спины и, корпус. и корпус. Да. Ну, по-моему, вот это прикольно. Мне нравится. Ну, то есть, если вы, если вас скинули, вы, разумеется, вы коснетесь либо спиной, либо корпусом, либо задницей. Либо, если вас скинули, провели и вы уже именно провели бросок, вы либо упадете с ним и кос... рядом где-то на ресталище, либо упадете на него. Но при этом вы можете на него опереться и вы не будете считаться выведенным из боя в новых правилах. А также хотелось бы сказать, что одно дело. А Опереция, другое дело, именно нанести какой-то э, удар, у, по лежащему удар человеку. либо давление по лежачему человеку. Это всегда можно понять, когда человек действительно на него напирается, а когда он нему, ему встает на определенное место и стоит там. Потому что он, как, как говорится, может. Это уже будет рассчитываться как э, может трактовать как угодно на самом деле, он может трактовать как неуважение к сопернику. За это будут на, на санкции но при этом если вы опирались на лежачего противника, теперь вы не считаетесь выведенным из блин вот эти бы правила пару лет назад очень много ситуаций бы переиграли и были бы подруги, выглядели бы иначе хорошо итак, мы проговорили э, с тобой нововведение этих правил то что важно но ты говорил что кроме нововведения там очень много проведено мелкой работы по корректировкам по фиксации уже давно утвержденной практики. Ну, к примеру. Ну, к примеру, к, э, команда теперь не выпускается на ресталище без прохождения технической и комиссии комиссии. Той же самой ТИА. Э, потому что мы не можем выпускать на ресталище бойцов, у которых не проверено снаряжение. Может, то есть, будут ли они в безопасном, безопасном снаряжении, либо э, аутентичном, если это соревнование высокого уровня. То есть то, что и так делалось долгое время по умолчанию, теперь просто появилось на бумаге. Э, это делалось пару лет, это сначала вводилось на крупных турнирах, затем на средних турнирах, сейчас это уже проводится, должно проводиться на всех турнирах, чтобы бойцы знали, что типа, вот я выхожу, и у них их проверили, и проверили их снаряжение. От себя еще добавлю, что очень радует, что в списке разрешенных действий наконец появилось перемещение по ресталищу. Да. Раньше это не было прописано, не было разрешено, не было разрешено. Да, а стоит понимать, был... что у нас в правилах, что и это, правила об этом тоже говорят, что то, что разрешено, то разрешено, а что не разрешено, то запрещено. Да, мы могли каждый по желтым карт получить, по тонкому льду ходили все это. Ну, на мой взгляд, мы бегло. Мы прошлись по правилам. Я еще раз, ребят, повторю, что внимательно почитайте их вдумчиво, потому что по этим правилам вас будут судить. И давай уж что, греха таить, иногда квалификация судей тоже будет разная, и судья может неправильно трактовать какие-то действия, и вы, как бойцы, должны знать свои права, чтобы их отстаивать. Чтобы аргументированно подать протест к главному суде соревнования и сказать, что я не согласен. С решением какого-нибудь судьи по такой-то-то такой, -то, такой -то причине. Потому что у нас все-таки вид спорта, а не пацанские разборки. Надо не кричать, как, как говорится, а комментированно доказывать свое мнение, тем более правила у нас есть. Что хотел бы сказать про судьи? Судьи скоро будут проходить полностью переаттестация, которая была объявлена на собрании Совета СБ России, собрание ИСБ России которая у нас проходила в конце этого года. И все следующие турниры судьи уже будут проходить по уже перетестованной по новым правилам. А новые судьи будут обучаться уже по новым правилам. Здорово. И Ты хочешь что-то добавить? Хотел, хочу добавить, что рад был тебя видеть с Новым, с, годом. Да, с Новым годом, с Рождеством прошедшим, с, э, со всем-совсем, всем, как говорится, под заезжающим, и поговорить о разных темах. Да. Хорошо. Сереж, спасибо большое, что ты пригласил. Спасибо, что мы разобрали эту тему. Это действительно важно. И это пойдет на пользу бойцам, это облегчит работу судьям. И я надеюсь, мы донесли главное, ребята. Правила это важно, а еще они меняются, и поэтому следите за тем, что они следите за изменениями в правилах, потому что могут быть неприятные сюрпризы, а могут быть приятные. Да, и разумеется, бойцы будут скандалить, как говорится, это же всегда было. Да, кого он вот так вот сделал, это запрещено, начнется кипиш, скандалы, интриги, а все придет к тому, что пока что правила все-таки. Давайте не будем создавать лишнего кипиша, скандалов и нарушений правил, потому что словами «да я же всегда так делал». Нет, прочитайте правила, через пару лет вы их все выучите, но когда они свеженькие, там будет такой небольшой буферный период, когда будут проблемы, недопонимания. Поэтому новые правила, новые требования, развитие ИСБ, развитие HMB – это необходимо, это важно. Спасибо, Сережа. Счастливо.